Итак, всех нас всегда интересует, как быстро и вкусно приготовить что-нибудь на охоте, ну, иногда дома. Сегодня я поделюсь еще одним своим секретом. Погнали! Для этого нам понадобится гусь, 4 маленьких огурца, ну и, конечно, зеленый лук. Все этого достаточно для того, чтобы у вас получилось изысканное и очень вкусное блюдо. Сначала, предварительно, мы с вами достанем из тушки ощипанного гуся его филе. На это нам понадобится всего лишь несколько минут и красивый стационарный нож компании «Южный Крест» от Национальной Лиги Охоты. Один из этих ножей мы разыграем, как всегда, в нашем конкурсе. А может быть, этих ножей будет 2 или 3. И может быть, он будет твой за репост, который ты сегодня оставишь у себя на странице. И за это тебе большое спасибо. Итак, добываем сначала филе. Готовую вырезанную филешечку, как я и говорил, мы освободим с вами от шкурки и нарежем. Очень важно нарезать ее именно соломкой, причем не тонкой соломкой, а средней соломкой. Я начинаю жарить мясо на огне, и пока жарится мясо, я нарежу также соломкой огурцы. Ни колечками, ни брусочками, ни кружочками, ни квадратиками, а именно соломкой. Соломка из огурца получается именно таким способом. Разрезаете огурец пополам и потом нарезаете его вдоль. Нарезанные огурцы мы отставляем в сторону, и остается порезать только лук. Чем больше лука, тем наш салат вкуснее и насыщеннее. Не жалейте, это как масло в данном случае. Всего лишь 3 ингредиента и всего лишь 15 минут. У нас есть порезанные соломкой огурцы, у нас есть порезанный кольцами лук и у нас есть жарящееся мясо. Еще 5 минут и блюдо готово. Это самое быстрое и самое вкусное блюдо, которое только вы пробовали из гуся. Наше мясо готово, осталось только все посолить и выложить все на тарелку. Солить и перчить блюдо мы будем по вкусу, но только после того, как огурцы и лук мы выложим на тарелку и выключим газ. Ровно 30 секунд, и мы получим самую вкусную и самую необыкновенную закуску из дикого гуся. Как я и говорил, в обжаренное на огне мясо мы добавляем наши порезанные огурцы и зеленый лук. Для вкуса осталось все посолить и поперчить. Осталось только подать на обычной разделочной доске и пригласить друзей попробовать это изысканное и вкусное блюдо. И самое главное и интересное, это блюдо едят руками. Серег. Что, можно пробовать уже, да? Да. В тот момент, когда ты думаешь, ну, ну сочетание, хотя бы... сочетание теплого огурца, зеленого лука и гусиного мяса с перцем и солью дает превосходный вкус у этой закуски. Которая подходит, я думаю, даже самого большого торжества. Приятного аппетита и приятного просмотра. А теперь наши приключения этой весной. Ну это реально вкусно. Не, вкусно, да. Вот в этот раз единственное получилось, нет. Раз, когда вкусно. Постоянно ты готовишь, мы пробуем всякую х**. А вот сейчас ты старался, действительно. На самом деле я давлюсь. Все ли? Да? Нет. Сейчас я пожру. Давай, ложай, пожри. Давай, ложим. Да все. Все.